Заслужений тренер по воєнно-спортивному наборі, веду школу «Самсон Права», і я стою здесь на цьому майдані вже не перший раз, так як наші дітки виходили, і я відстоюю інтерес непосредственно всіх спортсменів, які займаються в нашій школі, по участю на соревнованиях по воєнно-спортивному наборі. На сьогоднішній день є така гончарю Тетяна Ніколаївна, яка є якби головою Федерації воєнно-спортивного наборі. Ми їй подаємо заявлення, ми тренуємо. Требуем с нее, чтобы она допускала нас на участие в своих соревнованиях по военно-спортивному наборе. Всячески нами игнорируется, то есть прошли уже ряд соревнований. Наши дети, которые раньше были и чемпионами мира, и чемпионами Украины, имеют большие разряды. С каждым годом разряды теряются, так как разряд существует в течение определенного времени. Вот. Поэтому я вот пришел сюда для того, чтобы непосредственно через общественность, через телевидение еще раз обратиться к Татьяне Николаевне. Вот, пусть она нам даст официальное письмо о том, что мы имеем право выступать на этих соревнованиях по военно-спортивному наборе. Мы сейчас не можем даже выступить на чемпионатах Хмельницкой области, хотя количество спортсменов в нашей школе практически уже около 300. Мы еще ведем и Староконстантиновскую команду, которая тоже раньше выступала на этих соревнованиях. И вот этих вот 300 человек на сегодняшний день по какой-то причине, не знаю, по причине непосредственно самой Татьяны Николаевны или президента Федерации Зайцева Сергея Васильевича, спортсмены школы «Самсон Права» не могут выступать, хотя законодательно они имеют полное право выступать на этих соревнованиях. Голос громады має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.